Это вы меня не слышали, что я говорил? Сейчас мы будем с вами смотреть снимки, которые я сделал Last of Us на том самом стриме, на который выходили пару недель. Музыка, я так понимаю, довольно громко играет сейчас, поэтому мне стоит ее подубавить. Привет, Апрумп. Итак, да, так должно быть лучше. Как сейчас музыка? Кажется, я немножко засвечен. Надо подубавить. Вот так, я думаю, будет лучше.
Как я и обещал, мы посмотрим сегодня те фотографии, которые я делал в ходе своего прохождения Last of Us Part 2, перепрохождение на стриме, потому что когда я проходил эту игру в первый раз, я настолько был погружен в эту историю, в динамику развития событий, что я не совсем понимая, что здесь в этой игре клевый фоторежим, я не совсем чувствовал, что я могу останавливаться подолгу и фотать, потому что я настолько был ведом динамикой игры. И мне не хотелось нарушать флоу. И как-то игра настолько меня тянула вперед, что я не очень мог себе позволить останавливать ее, так скажем. И даже не хотел. Но на втором прохождении, то есть когда я уже знал, чем эта история кончается, когда я знал все ее биты, так скажем, я ощутил, что я могу, наконец, остановиться в моменте, прочувствовать каждый момент иначе, более глубоко, заострить внимание на каких-то деталях, на которых не заострял внимание в первый раз, и просто по фану пофоткать. Пофоткать мир, пофоткать персонажей, заценить освещение и так далее. Пром спрашивает, слушал ли я новые треки Minuit Machine. У них что-то было на Bandcamp, какие-то релизы, но, по-моему, на Spotify это еще не появилось. Может быть, я уже слушал это на Spotify, я не уверен. Не знаю. Не могу точно ответить на этот вопрос. Вот. Ну что ж, давайте приступим, собственно говоря. Сначала посмотрю, сколько человек пришло. Возможно, нам стоит подождать немножко. Прежде чем больше людей подтянется. Да, мы немножечко подождем, друзья. Так что пока можете задавать какие-то вопросы. Вот. Я немножко затянул задержка произошла со стартом стрима из-за того, что я досматривал Interstellar. Я немножко не рассчитал время, потому что некоторые моменты там перематывал. И это заставило меня немножко задержаться. Это был мой второй... Нет, это был мой третий или... Наверное, это был третий просмотр Интерстеллара для меня. За все время. Но тем временем я могу, в принципе, пока почекать, что там за треки Minute Machine были. И слушал ли я их. Да, почему нет? Но кто-то писал про новый альбом Medio Mutante в прошлый раз. Я его послушал, он мне понравился. Он мне очень понравился. Basic Needs. Последний релиз. Это был сингл. Don't Run From Fire. Это последнее, что я у них слушал. Basic Needs я не слушал. Don't Run From Fire мне нравится. Мне очень нравится этот трек. С таким зеленым скорпионом. А вот Basic Needs я еще не слушал. Но он у меня появлялся в... Я помню, он у меня появлялся в рассылке почтовой. Что на Bandcamp он зарелизился. Поэтому да, мне стоит его послушать. Да, вот, это ты и писал про Medio Mutante. Да, мне очень понравился, мне сразу понравился этот альбом. Я немножко узнал историю, на самом деле, то есть двое из троих уже ушли из Medio Mutante, и остался, по сути, тот чел, который за электронику там отвечал. Поэтому вокала особо-то и нет женского вот этого клевого, запредельно классного. А Боан были вообще после развала Medio Mutante. Вот две группы, которые на MM начинаются. Minuit Machine и Medio Mutante. И Боан это появилось как результат того, что двое отщепились от Medio Mutante. Medio Mutante, оказывается, была оригинальная группа. Я-то думал, все наоборот было, что от Боан произошли Medio Mutante. На самом деле все наоборот. И Боан как проект был офигенный, почему они его не продолжили, я не представляю, потому что альбом Боан это вообще самое лучшее, что делали они. Вот. С тех пор я их так и не слышал.
и не видел нигде. Поэтому, судя по всему, это закрылось. Но этот челик, который единственный остался медиамутантом, он продолжает делать музыку по сей день. И вот его последний релиз Drum Machines и что-то там такое. Он продолжает делать, короче. Мне нравится то, что он делает. Да, я понизил оценку Дюнкерку, потому что много скрылось проблем у фильма, когда я посмотрел его не в IMAX, когда я посмотрел его дома в домашней обстановке, и там обнаружилось, что в фильме совершенно нет живых людей, живых персонажей, что фильм абсолютно стерилен в плане драмы, и он настолько отёсан от человеческой химии и биологии того, как люди реагируют на ужас войны, что я с безразличием наблюдал драму этого фильма, я с восхищением наблюдал техническую красоту этого фильма, его запредельные просто какие-то достижения технического плана. Все это на высшем уровне, как я и воспринял это при просмотре в IMAX, где это, конечно же, все еще усилилось, потому что этот оглушающий звук, огромная картинка, которая обволакивает тебя просто, это все, конечно, увеличивало импакт. Это я оценил и в домашней атмосфере на своем 4К-телевизоре, замечательно, но человеческий элемент, он non-existent, как говорится. Его просто здесь не существует. Вот. И мне показалось, что на этом просмотре, что эта идея с тремя разными промежутками времени, отрезками времени, которые замикшены в одну драматическую линию, показалась мне притянутой за уши и абсолютно необязательной, не обязательно сбивающей с толку. Она никак не улучшила эту историю, она никак не усилила драму. Это просто был прикольный гаджет для Нолана, пока он делал фильм, чтобы ему было интересно делать фильм, I guess, потому что он помешан на времени. Вот. Тема, которую он куда более интересно исследует в Теннете и в Интерстелларе, но не здесь, не в Дюнкерке. В Дюнкерке это показалось так half-assed, как говорится, притянуто за уши. Включение этой механики, так скажем, временной в Дюнкерк. И какого-то такого стержня художественного я в этом не увидел, который бы пронизывал все это произведение таким должным образом для такой смелой структуры. Поэтому я не уверен, что это стоило вообще туда добавлять. Ну, то есть, это я не говорю, что это портит прям фильм, но это добавляет ненужного смятения зрителю во время просмотра, мне кажется. Вот. И это выглядит как такой холодный инструмент Нолана, хирургический скальпель какой-то, я не знаю, которым вот он опять, скажем так, режет эту историю таким вот образом. И да, главный герой мне показался абсолютно никакущим. Я не ощутил ужаса войны в Дюнкерке ни разу. Это супер холодное произведение, вот, которое часто, то есть, приписывает Нолану эту характеристику, что он холодный режиссер, который вот не особо умеет человеческую драму, так скажем, в своих фильмах. Что на самом деле неправда, потому что этот пересмотр «Интерстеллара» меня убедил в обратном. Он умеет в драму, когда он достаточно сильно этого хочет, когда он достаточно сильно обращает на это внимание. Но говоря о потрясающих IMAX экспириенсах, о промп Теннет был одним из таких для меня, потому что открывающая сцена Теннета — это одно из лучших вообще ощущений, что я ощущал в кинотеатре за всю свою жизнь. Это была просто эйфория какая-то. Поэтому Теннет был для меня тоже мега-экспириенсом. Но Дюнкерк в целом, наверное, был более впечатляющим экспириенсом именно в IMAX, потому что там вот этот театр войны огромный. И это действительно, скажем так, впечатляло по-настоящему сильно, да. Вот. Ну, а «Интерстеллар» на самом деле замечательный был пересмотр, который поднял фильм в моих глазах. Первый просмотр у меня был, закончился восторгом, второй куда более холодно я воспринял. Я смотрел его в компании людей и с дубляжом. И, наверное, это был первый раз, когда я посмотрел фильм в оригинале. И, наверное, это многое поменяло в моем отношении к этому фильму после второго просмотра. То есть вот этот третий просмотр обратно поднял его довольно высоко для меня. Вот.
Я бы не сказал, что на высшую точку он там... На высшую точку он для меня поднял его, мое мнение о нем, но довольно высоко, довольно высоко. Фильм частично реабилитировал часть того, что было утрачено после второго просмотра, несомненно. Вот. Так что это интересно, это неожиданный исход на самом деле. Потому что я хотел пересмотреть после Теннета вот эти два фильма, которые он снял с Хойтом Ван Хойтом. И вот, вот так вот это получилось. Очень, очень интересное заключение я для себя приобрел. Хоть и не абсолютно шокирующие какие-то, но так или иначе. Да. Heaven Knows What. Разве это их первый фильм? По-моему, у них до этого что-то было. У них точно были какие-то короткометражные фильмы до этого, я уверен. Должны были быть. Мне кажется, я все еще засвечен довольно сильно. Окей, мы ждем еще максимум 6 минут и начинаем. В половину начнем. И потом мы посидим еще часик, я думаю, и отвалимся. Я сделал... Сейчас я вам скажу, сколько я сделал кадров. Некоторые я удалил. Случайные или какие-то ни о чемные. Которые мне вот прям бросились первыми в глаза, которые надо удалить. В целом у меня получается сейчас 121 кадр. Мы с вами сегодня посмотрим 121 кадр. Из Last of Us 2, который я наделал. Код Гиас? Ну, я смотрел Код Гиас. Могу сказать. Но я смотрел его так давно, что сейчас я даже не могу говорить о нем в каком-либо качестве. Я не буду пересматривать Код Гиас, у меня нет времени на это. Я вообще стараюсь... То есть не стараюсь, но натуральным образом меньше сейчас тяготею к тому, чтобы аниме смотреть.
Окей. Еще 4 минуты, и мы начинаем. Ну, кстати говоря, об оценке на Дюнкерка, то есть 3,5 из 5 это все еще много, по моей метрике, это все еще много, это, скажем, очень хороший фильм, вот, по моей метрике, то есть 4 это уже отличный фильм, 3,5 это очень хороший фильм, вот. Я, наверное, в своих оценках в последнее время больше тяготею к тому, чтобы оценка отражала не какую-то мою попытку объективно в силах своих каких-то там ограниченных способностей и познаний оценить фильм, да, со всех возможных аспектов, а больше, чтобы она отражала именно то удовольствие, которое я получил от фильма, насколько он мне конкретно понравился. И как бы, когда я, например, ставлю «Интерстеллару» больше, чем «Дюнкерку», я этим самым не обязательно заявляю, что этот фильм объективно лучше, чем этот фильм. Как бы я скорее говорю, этот фильм мне понравился больше, чем этот фильм. Поэтому и сердечко, которое я ставлю рядом с оценкой, у меня начинается с 3 звезд и выше. Вот. То есть 3 звезд. 3 звезды — это хороший фильм. Ну, хороший — это такое слово, да, тоже тут. Трем оно не особо. Скажем так, это окейный фильм. Окейный фильм, который, может, даже мне понравился. Мне, может, даже окейный фильм понравится. То есть это нормально. Фильм не должен быть очень хорошим, чтобы мне понравиться. Он может быть окейным и понравится мне в каких-то аспектах. Чем-то мне он может симпатизировать. 2,5 — это уже тревожный звоночек. Это середняк, ни рыба, ни мясо. Это может быть фильм, в котором какие-то элементы мне очень понравились, но какие-то сильно тянут его вниз. И я вот на перепутье. Как «Последние звездные войны», например, есть сцены, которые там мне дико нравятся. Но в целом фильм этот — это просто месиво. И этого нельзя отрицать. И поэтому я вышел порванным на 2 части, разделенным внутри себя с него. А вот на что я оценил «Интерстеллар», ты узнаешь, наверное, уже после этого стрима, когда я поставлю оценку. Так что не переключайся, как говорится. Ну, на самом деле, я могу уже сейчас сказать. То есть сейчас мой разум, он мечется между 4 и 4,5 на самом деле. 4-4,5. Вот где-то там я остановлюсь на какой-то из этих 2 оценок. Это точно не 5. Но что-то из этих 2 будет у «Интерстеллара». На мой взгляд, это достаточно большое достижение «Интерстеллар», и драма здесь работает. Да, есть некоторые грабли, на которые опять наступает Нолан, но это его стиль, черт побери. Что уж с этим поделать. Окей, мы приступаем. Я думаю, мы приступаем все-таки. Мы приступаем. Не надо постричься. Я дико оброс. Ну, оценки для меня — это как фановый способ препарировать свое впечатление от фильма, так скажем. Не просто типа посмотрел и все, да? А потерзать себя немножко, поколупать себя, докопаться до... Где же ты приземлился в итоге с этим фильмом? Это как мини-игра такая, бонусная, скажем, бонусный уровень. Поэтому одно время, да, я думал, что оценки — это такой груз, и что я слишком много о них думаю. Но когда я от них отказался, что-то исчезло фановое, фановый элемент какой-то из этого исчез. То есть я ни в коем случае не призываю сильно много думать об оценках и смотреть фильмы ради оценок, как многие люди делают на самом деле. Есть такое явление. Но в то же время не бойтесь оценок. Это фаново. Это достаточно фаново. Ну что ж, ладно, мы приступим, я думаю.
к скриншотам. Грузная музыка играет тем временем. Не так ли? Вот это что-то поживее. Я думаю, это уже нам больше подходит. Мы приступаем, друзья. Сейчас я себя сильно убавлю. Привет, Севен. Примерно вот такое окошечко, я думаю, будет достаточно. Да? Как считаете? Да, я думаю, достаточно. Хорошо. Насколько... это был первый скриншот в моем стриме, да, когда мы зашли в этот трейлер «Дом на колесах» с Диной. И там я еще пошутил, что Элли такая... такая у нее поза странная. И Дина на нее так с изумлением смотрит. И мне показалось, это как-то отразило их, скажем так, динамику на тот момент очень даже точно. Это забавный скриншот. Мне кажется, я неплохо здесь поработал с глубиной резкости. Не сильно заблюрил бэкграунд, но... Короче, адекватно смотрится эта картинка. Но это ни в коем случае некрасивое фото, но это забавное фото из процесса, скажем так. Это наше... Это когда мы веревку кидали, да, мне показалось это смешным. Сколько мы с этой веревкой возились на стриме. Я решил запечатлеть этот момент с веревкой. Это было действительно фаново. Для сегмента, где ты просто кидаешь какую-то... Это не веревка, это кабель. Это было достаточно фаново, на самом деле. Целая Одиссея у нас там разыгралась, и это было здорово. Поэтому я решил это запечатлеть. Мы выберем, я думаю, лучше скриншот. Почему нет? Это уже день первый. Ну, точнее, до этого тоже был день первый. Где мы уже попадаем в город непосредственно. В Сиэтл. Я решил сделать этот скриншот, потому что такой же план был в трейлере. В одном из первых трейлеров Last of Us 2. Только или там была одна на лошади. Ну, другой ракурс. Да, вот это я не удалил почему-то. Но это мне дали за ачивку, по сути. Ну, точнее, это скриншот автосозданный. Вот это уже умышленный скриншот, который я сделал тоже в первом дне. Довольно сюрреалистичная тут архитектура получается. Мне нравится этот кусок карты. Вот это, кстати, скриншот, который я делал в тестовых стримах до прохождения. По-моему, насколько я помню. Хотя нет, этот скриншот я делал во время стрима, да. У меня есть вариация такого скриншота из тестовых стримов. Не знаю, будет ли она здесь, в этой коллекции, но... У Эли здесь забавное лицо. Оно настроено на схватку. Мне нравится, что Дина на первом плане, а Эли в бэкграунде больше. Вот тот скриншот, о котором я говорил во время стрима, что я не смог такой же клевый скриншот в этом месте сделать, как я его сделал в тестовом стриме. Это тестовый стрим был, который я, в принципе, нигде не анонсировал. И мне нравится, как здесь Эля смотрит в окно, и Дина как бы тоже исследует. То есть это такой скриншот, он довольно кинематографично и профессионально, на мой взгляд, выглядит для какого-нибудь мануала, возможно. Или я не знаю, для промотирующего какого-то
материала, как мне кажется. То есть он описывает вот эту стадию, где они исследуют здание в первом дне в Сиэтле. Очень хорошо, мне кажется, запечатляет динамику того, что они делают в этот первый день. То есть, по сути, они просто пока смотрят на ресурсы, какие-то зацепки первые, которые могут быть о том, где находятся волки, где находится Эбби. И композиционно, мне кажется, это здорово, потому что примерно симметрия некоторая соблюдается с вот этой зеленой стеной, которая примерно прямо по центру находится между ними. И они относительно этой стены тоже на довольно одинаковом расстоянии смотрят в разные стороны, в то время как Элли смотрит в окно, куда-то в будущее, так скажем, того, где она хочет найти и убить Эбби. Дина больше, наверное, сконцентрирована, как вы видите, на том, что происходит непосредственно вот в близости, в непосредственной близости. Соответственно, ее приоритет — это чтобы они с Элли остались живы, прежде всего, нежели убийство Эбби, куда, к которому так рвется Элли. Вот. Идем далее. Это тоже с тестового стрима. Довольно неплохой кадр, как мне кажется. И, кстати, здорово, что PS5 позволяет в 4К вытаскивать скриншот, потому что разрешение очень большое. То есть такой четкости на PS4 ты не добьешься в скриншотах. А вот на PS5 запросто. Это вот скриншот в 4К. Вот здесь даже можно видеть, что несмотря на то, что Элли довольно-таки далеко находится непосредственно от объектива, можем видеть довольно много деталей на ее лице из-за этого. Мне понравилось, как дерево сзади Элли находится и как оно так расходится в разные стороны, будто из ее головы. Что-то в этом мне показалось интересно композиционно. Ну и, кстати, вот выражение лица у нее здесь тоже довольно интересное. Оно не обязательно выражает что-либо. И ты можешь много прочитать туда, чего ты сам додумаешь. Это такой рандомный скриншот, где я игрался с фокусным расстоянием. Не путайте фокусное расстояние и глубину резкости. Это два разных параметра. Фокусное расстояние отвечает за ширину, широкоугольность, за угол объектива, который выдает объектив, угол обзора, угол того, что войдет в картинку. Здесь я сделал довольно широкий угол. Но, к сожалению, есть некоторые ограничения с этим связанные. Когда ты делаешь слишком широкий угол, ты не можешь слишком близко приблизиться к персонажу. Изначально моя задумка с этим кадром была в том, чтобы навестись на лицо Элли прям вплотную. И как бы дальше вдалеке вы могли бы там увидеть Дину маленькую. Но у игры есть с этим, к сожалению, ограничения. Когда ты делаешь слишком широкий угол, ты не можешь прямо в портрет уйти. Что жаль. Один вот минус, я бы сказал, этого фотомода. Кстати, фотомод, вот, если говорить вообще о фотомоде Last of Us 2, он фантастический, лучший, что я играл. Он самый удобный. Я не уверен, что он прям самый глубокий в плане, вот, скажем так, функционала. Он очень глубокий, он один из самых глубоких. Но я не уверен, что он самый глубокий. Но в плане удобства он, наверное, самый удобный, самый интуитивный из всех. То есть через какое-то время я даже, мне такое было ощущение, что я просто хожу и реально фоткаю их там, персонажей в этом мире. Что на самом деле, по-моему, ни в одном фотомоде, ни один фотомод до этого не добивался из тех, что я пробовал. Ни God of War, Cyberpunk уж тем более, ни Spider-Man ни в коем случае, ни Infamous, Second Son, ни одна из этих игр. Такого удовольствия от фотомода я ни в одной из игр не получал. И такой кинематографической картинки я нигде не достигал, как в Last of Us Part 2. Впереди будут скриншоты, которые выглядят как кадр фильма. Они выглядят как кадр фильма. Они выглядят фантастически. И это просто удивительно. Что здесь можно делать, если ты правильно это делаешь? Вот. Ладно, идем далее. Еще один кадр, где я занял такую позицию, скажем, на землю, такой плоский угол на землю, с трупом, который находится в тени, но кровь которого вытекает на асфальт, освещенный солнечным светом. Мне показалось это интересно, когда я долго его подбирал, долго фрейминг делал. Вот. Идеально у меня не получилось, потому что, опять же, камера, насколько я понял, не может прям идеально зависнуть параллельно земле, но почти. Ну, то есть вы можете увидеть, что
Я остановился на горизонтальном позиционировании, нежели вертикальной линии вот этого асфальта. Вертикальная линия, видите, довольно сильно расходится с краем кадра. Это как бы вам даст представление о том, насколько камера может стремиться к полной параллельности. Это, по-моему, предельное было. То есть не совсем. Вот. Но я сделал черно-белое, потому что мне показалось, что тень и свет лучше будут конфликтовать в черно-белом, как вот белое и черное. И как бы черное вытекает из черного на белое. Если ты пригласишь в эту картинку цвет, то это уже немножечко заставит мозг и глаза зрителя бегать. И немножечко упустит суть того, что изображено. То есть да, красный цвет для крови было бы здорово сразу обозначить, но в то же время вот этот конфликт белого и тьмы и света, он бы был бы потерян, на мой взгляд. Точнее, вот его потенциал не был бы настолько реализован. Вот. Вообще, мне стоило делать больше ЧБ, потому что ЧБ в этой игре абсолютно феноменальное. Оно позволяет делать невероятные вещи. И как бы, опять же, когда ты убираешь из уравнения цвет, то это освобождает, это, скажем так, развязывает руки другим аспектам фотографии. Как объект, его место в пространстве, его значение в пространстве, в котором он находится. Значение композиции становится более четким, если ты убираешь цвет из уравнения. Порой цвет, конечно, необходим, но не всегда. Здесь я просто решил сделать черно-белый цвет. За этим кадром нет какой-то огромной задумки. Это просто кадр, который мне хотелось сделать, где они вот стоят на холме и взирают на вот этот разрушенный вход в Сиэтл. Просто хотел сделать с ними такой кадр в природе, так скажем. Идем далее. Это, по-моему, неумышленный кадр, или я не знаю, или для чего я его сделал и зачем. Вот. Возможно, я хотел сфоткать этот труп, как он лежит. Я не уверен. Вряд ли я сделал его специально. Но это кадр, который я схватил из катсцены. Просто шла катсцена, и я решил схватить этот кадр, потому что это один из, на мой взгляд, красивейших кадров во всей игре, на самом деле. Мне очень нравится, как вот шторы за спиной Элли приобретают такое светящееся качество. И сама картинка очень мягкая. Здесь очень мало цветового диапазона, она такая довольно однородная, и выражение лица Элли мне здесь тоже нравится. И боке здесь потрясающие. Поэтому я решил ухватить этот кадр. Потому что я видел такой кадр до этого где-то. Я его запомнил, я решил ухватить его сам, сам его сделать, в общем. Вы можете даже увидеть частички пыли. В кадре есть две вот светящиеся. Что феноменально. Что игра такие детали ненавязчиво так добавляет в кадр. Вот. Это у нас следующий кадр. Назад. Где я просто сделал такой кадр, где он такой полугеймплейный. Без хада. Просто такой вот кадр, где... Вот так, наверное, игра будет выглядеть на Grounded, когда я буду в ней играть. Без интерфейса, без ничего. Это будет настоящее выживание. Я, наверное, в этом году сделаю Grounded прохождение. Я не знаю, будет ли это стрим или что. Но я обязательно его сделаю, потому что мне очень интересно себя испытать. С пермадеф. Вот с пермадеф плохо звучит, когда ты произносишь это быстро. Я только что это осознал. С пермадеф. Ну, это довольно клевый кадр, как мне кажется, потому что этот вот трейл крови, который уходит туда, и ты сразу начинаешь, твое воображение начинает, что же там ее ждет. Как она держит пистолет, мне здесь нравится вся ее поза. Топорик очень здорово смотрится и контрастирует на ее темной одежде. Ну, это уже мы в канализации, а после того, как произошла та стычка в этом здании этого телеканала какого-то, когда мы уже убегаем в канализации, там вот это красное освещение, мрачное из фильмов Виннинга Рефна. Очень стилизованное освещение в этом отрезке, и это очень здорово. Оно очень, этот сегмент очень запоминается в этой игре из-за этого. Да, просто я решил запечатлеть ее с каким-то оружием в руках. Поза довольно хорошая. Есть другая вариация этого кадра. Наверное, эта вариация более удачная, она более сфокусированная,
композиционно. Ну, вот этот кадр, конечно, офигенен, на мой взгляд. Это Дина. Я сфотографировал Дину. Это очень здорово, что в этой игре ты можешь убрать модельку своего персонажа, как бы исключить его из картины и сакцентировать внимание на чем-то другом. И да, здесь я этим воспользовался и запечатлел вот такой вот почти, то есть тут почти нет деталей, почти такой просто полностью черный силуэт Дины с пистолетом и с противогазом. Очень здорово выглядит на всем этом фоне красном. И это очень здоровский кадр, у которого есть вот такая еще вариация. Тоже хороший кадр, но менее удачная вариация, потому что вот здесь он более сфокусирован на объекте, на который надо смотреть. И она так своим силуэтом, скажем, делит картинку на две половины. Здесь немножко мы видим ее больше в ситуации, в какой-то мы ее видим. Мы больше можем смотреть на окружение. Она все еще много занимает пространство, но не так, как здесь. С другой стороны, здесь есть тоже свои преимущества, потому что мы действительно видим ее в какой-то ситуации скорее, да, вот, нежели на нее прям акцентируемся так сильно. И здесь мы видим в полный рост ствол, который у нее свисает с левого плеча, что тоже здорово. Больше видим очертания ее. Оба кадра имеют право на жизнь, на мой взгляд. Это просто Элли с дробовиком в том же самом помещении. Ее вот противогаз заляпан кровью, что мне нравится эта деталь, на самом деле. Ее даже одежда заляпана кровью, если присмотреться. Я очень люблю играться с глубиной резкости. Немножко разблюривать не только заблюривать бэкграунд, но и форграунд. Как вы видите, здесь вот ствол уже он немножко в блюре, хотя рукоять в фокусе. Мне нравится с этим работать. С этим надо уметь работать, потому что можно так заблюрить картинку, что она будет просто плохо выглядеть и неадекватно выглядеть, и будет отвлекать своей глубиной резкости. Такое даже было в Told to Die Young. В первом, по-моему, эпизоде был один момент, где просто настолько расхерачили бэкграунд, что я просто такой, what the fuck? Или, например, в Черри фильм «Братьев Руссо» с Томом Холландом тоже был момент, где они в парке с девушкой разговаривают, и там настолько уничтожили, расхерачили бэкграунд, такое ощущение было, как будто они на гринскрине вообще это сняли. Но нет, они не сняли это на гринскрине, они просто что-то страшное сотворили с глубиной резкости. Это не всегда уместно размывать до такого состояния. Это не всегда имеет смысл. Вот. Этот кадр мне очень нравится. Этот кадр достоин оборотной стороны диска с игрой, как мне кажется. Он просто охеренен. Это один из лучших кадров, которые я сделал в этой игре. Он именно что вот здорово подходит для обратной стороны диска, как мне кажется. Как вот такой вот намек на то, что будет в этой игре. Споры, противогаз, оружие, пара героев. Один в блюре, но не совсем. И на ней даже можно прочитать и увидеть клевые блики освещения на ее рюкзаке. Я имею в виду Дину. И ее ствол очень так здоровскую такую вертикальную линию образует света и тьмы. Даже задницу я ее смачную могу здесь разглядеть, что всегда плюс. Согласимся, давайте. И мне нравится, как на деталях противогаза свет бликует у Элли. И как просто позиционно, как они занимают, сколько они пространства занимают в кадре, мне очень нравится. Мне кажется, тут я бы хорошо поработал. Тут я хорошо в этот момент поймал. Это выглядит как катсцена, но это не катсцена, это момент из геймплея, это то, о чем я говорил. Некоторые кадры здесь выглядят, вот как будто я снимаю фильм в Last of Us, или любой из вас, кто будет в это играть. Игра дает такой простор для действий, она дает тебе запечатлять себя с таких ракурсов, как она даже сама себя порой не запечатляет. Вот. Это момент, где они выбрались уже из этой передряги с зомбаками и идут, собственно говоря, к кинотеатру. И, кстати, вот один момент, который я для себя изучил благодаря этому прохождению и благодаря тому, сколько я провел времени в фотомоде, я изучил для себя технику, которую я, в принципе, догадывался о том, о ее существовании, о ее принципе, но не совсем его понимал все-таки. Иногда тебе надо что-то потрогать, иногда тебе надо взять в руки камеру и пойти и начать экспериментировать. И даже этого будет недостаточно. Тебе надо много экспериментировать. Тебе надо много раз это сделать, чтобы до каких-то вещей дойти, чтобы понять, как пространственно работает линза, объектив камеры.
Все, конечно, еще от объектива зависит. Зумовский он у тебя или какой, или у тебя несколько prime объективов. Но так или иначе, принцип заключается в том, что есть такая техника, где ты расхерачиваешь, короче, делаешь ультра, скажем так, маленькую мизерную перспективу. Скажем, делаешь угол там супер, супер таким узким, там, я не знаю, 100 миллиметров, скажем, или 100, или 200 миллиметров. И он получается такой супер приближенный, но потом ты отдаляешься от объекта, и получается такое вот, или наоборот, то, что я сейчас сказал, возможно, наоборот, ты делаешь угол слишком супер-мега широким, но приближаешься, да, к объекту. Да, вот. И при первом сценарии что происходит? Происходит то, что вот в этой картинке произошло. Пространство на фоне персонажа становится огромнее гораздо, чем оно есть на самом деле. А сами герои в картинке, когда ты отдалился от них, они становятся маленькими, а бэкграунд становится огромным. И это очень крутая техника, которая, по сути, получается в ходе двух действий. Это работа с фокусным расстоянием и работа с твоим положением, твоей камеры относительно объекта. И получается, что ты можешь довольно клевые нарративные вещи через кадр доносить до зрителя, будь то фильм, движущиеся картинки, или просто фотография, как в данном случае. Что, например, окружение становится опрессивным, оно становится доминирующим над персонажем, а персонаж в нем кажется ослабленным, маленьким, и, возможно, он не уверен в чем-то в этой ситуации, или он ранен, и мир кажется, как будто взгромождается над ним и давит на него, и готов раздавить его. И это то, что, в принципе, я выразил в фотографии, как мне кажется. То есть Дина, видите, она себя плохо чувствует, Элли ее несет под руку, схватив ее талию, и герои только что выбрались из очень плохой ситуации, с которой они не могли выбраться, и мир вокруг кажется больше, чем он есть. Это то, что я здесь попытался запечатлить. Это очень здоровская техника, которая очень сильно обогащает сторителлинг. И очень многие либо не понимают ее, либо не знают о ней, когда делают скриншот, и я вот это мало вижу, ее применение. Хотя это суперская техника, и как бы ее надо использовать как в фильмах, так и в фотографии. Вот. Важно о ней знать, важно, конечно же, применять ее по назначению. Ну, желательно. Как минимум, надо о ней знать. Вот. И сам я не так давно, на самом деле, вот по-настоящему ее понял. И призываю вас экспериментировать с ней. Это очень здоровская техника. И наоборот, то есть ты можешь сделать широкоугольным. Супер широкоугольный. Как это у Чиво, у оператора. Чиво, я забыл, как его, Любецкий. Он любит наоборот делать, он любит расхерачить супер широкоугольный, но при этом навестись на объект, на персонажа. И персонаж как бы вроде как доминирует, но мир вокруг него, он маленький, но в то же время раскидистый, широкий. Ты как бы видишь какое-то одиночество персонажа, несмотря на то, что ты не теряешь фокус. Не теряешь фокус, что он главный здесь, что он объект интереса. Но также ты и подмечаешь, что мир вокруг него раскидист. Маленький, не доминирующий, но всеобъемлющий. И он как бы одинок в этом мире. Чиво любит эту технику. То есть все эти техники, у них очень много применений разных. И очень важно их правильно применять. Идем далее. Мне нравится этот кадр. Здесь есть такой побочный эффект, что ты пялишься на их задницу большую времени. Я понимаю. Вот. Но в то же время... Я достаточно заблюрил бэкграунд, чтобы было такое ощущение, что да, тоже герои такие сконцентрированы на ситуации, вот в которой они сейчас находятся, и дальше двух шагов они не видят, потому что они в плохом состоянии. То есть, да. Ну, это опять же заставляет фокусироваться на них и на их задницах. Ну, это ачив. Да, ой. Ну, это да, это сделал я юмористический кадр. Где как раз я поймал момент, когда Джоэл фейспалмит и одну из самых своих страшных рож корчит Элли. Я просто хотел запечатлеть это, этот забавный момент.
Не ради красоты, не ради чего бы то ни было другого. Тоже кадр, который сделан так. Не с какой-то там неизысканной композиции, а просто такой вот как день в парке с папой. С папани в парк сходили. Или не в парк, а в музей, скажем. И вот как бы это такой неформальный такой фрейминг, как будто их могла их мама сфоткать, например, так же. То есть оба даже не смотрят в кадр. Мне это понравилось. Неподготовленность всего этого. Это более-менее выглядит как настоящая фотография. Ну, скажем так, не настоящая фотография, а вот обычная житейская фотография. Тоже из той же оперы кадр. И оба персонажа большую часть уровня лыбятся на их, если анимации наблюдать за ними. Они оба такие улыбаются, что чего очень мало в этой игре. И разбитые часы Джоэла обратите на левой руке, которую он носит. Да, и вот здесь я запечатлел момент, где он кинул шляпу, и она еще не совсем приземлилась на голову динозавра, так в полете. Я хотел просто этот момент поймать. Это просто такой клевый кадр я хотел сделать, чтобы показать крутую Элли, пламя убитого какого-то этого зараженного, сожженного, в которого я кинул коктейль Молотова, видимо, предварительно. И пламя такое, оно как, скажем так, захватывает Элли. Ее ярость как будто в этом манифестируется. She's on fire. Девушка в огне, короче, которая просто... Ее ярость кипит внутри нее, и вот так вот она, скажем, просачивается в объективную реальность. Супер кинематографичный кадр. Один из самых кинематографичных, что я сделал. Здесь, в этой локации, это Hillcrest, по-моему, называется. Одно из самых интересных освещений в игре, на самом деле. Оно такое... Оно, с одной стороны, рассеянное, потому что небо абсолютно серое, закутанное тучами и облаками, но оно так ровно ложится на все, что оно собой символизирует как бы этот путь, который выбрал Элли. Путь, где ты не знаешь уже на какой-то стороне, ты добрый персонаж или ты злодей. Очень серая мораль. И вот эта локация очень здорово это все иллюстрирует, на мой взгляд. Мне нравится просто освещение, потому что ты понимаешь, что день как будто клонится к завершению, но из-за того, насколько небо укутано тучами, ты в этом не уверен, что день клонится к завершению. И ты как бы в таком лимбе безвременья находишься. Поэтому я очень люблю второй день. По-моему, это же второй день за Элли. Или третий уже. Наверное, второй. Потому что здесь она встречается с Джесси. И это, по-моему, второй день еще, да. Но это, наверное, чуть ли не самый кинематографичный кадр, который я сделал. Который у меня сейчас стоит на рабочем столе. Просто посмотрите на это. Это выглядит как синематик. Это выглядит как кадры с фильма. Ни хрена, это геймплей. И сколько деталей в ее модели, вы посмотрите. Наверное, вот это продает вот ощущение, что это как будто фильм. Потому что сколько деталей в этой модели. Просто в самой модельке Элли. Она выглядит так, как будто она в синематике сейчас. Полностью. Целиком она, ее модель подходит для самого детального синематика на свете. А это геймплейная модель. Я думаю, я здесь достаточно хорошо поработал с глубиной резкости. И Film Grain, который вот эффект, который можно выключать, можно регулировать, довольно высоко по умолчанию поставлен. Я его, по сути, и не менял. Ты можешь видеть зернистость в картинке. То есть это ощущение, что это снято на пленку. То, что мы сейчас видим, это выглядит, как будто это снято на пленку. Что, опять же, добавляет крутости. Это, собственно говоря, Томми учит Элли в одном из флешбеков стрелять из винтовки. Я это просто запечатлел его с винтовкой несколько раз. Вот здесь. Здесь, мне кажется, я слишком ушатал бэкграунд, хотя, может быть, и нет. Сложно сказать. Вот это хороший кадр. Вот это куда более хороший кадр, чем вот этот. Этот кадр, он мне стоил добавить виньетирование, потому что Томми немножечко из-за черно-белой природы этого кадра теряется вообще в черно-белии всего происходящего. А вот здесь вот на Элли падает солнце правильным образом. Сзади есть кусочек неба,
что добавляет силуэта деревьям, которые такие черные и такие угрожающие. Я добавил еще винитирование, что сделало фокус еще более выраженным. И поэтому это куда более лучшая фотография. Вот. Но здесь у нас тоже в тот же день, в том же воспоминании кадр с Элли, где есть такое место, где свет как бы падает, и ты можешь проследить линию, где как бы отбрасывается тень от козырька, так скажем, здания. И как бы нас глаза Элли, они не в свету. Мне это показалось интересным, как свет падает вот в этом моменте, где я ее поставил вот таким образом. Мне нравится ее выражение лица здесь. В принципе, она очень такое подходящее. Вот. Потому что персонаж здесь постоянно такой что-то рожи, и ты должен еще поймать момент, потому что эти рожи нельзя менять в настройках фоторежима. Еще одной опции, которой нет в этой игре, это менять выражение лица. Поэтому ты должен еще не только поставить персонажа определенным образом, но он еще... То есть ты можешь направить стиком, куда он будет смотреть, например, вверх он будет так смотреть, но он все равно будет что-то делать, возиться и как бы глазами водить туда-сюда, и это еще тоже надо поймать. Это умышленно расфокусированная версия. Сейчас будет три таких фотографии с учетом этой. Но мне кажется, это лучшее. Где Элли немножко в расфокусе, мне кажется, это очень здорово как раз-таки характеризует, где она была психологически в этот момент времени. В таком неуверенности, как она относится к Джоэлу. Между ними натянутые отношения, она не уверена. Она что-то заподозривает уже очень сильно, и она не знает, как относиться к Джоэлу. И между ними вот эта недосказанность. И она кажется как будто не совсем в этом мире. Потому что она, в принципе, ощущала себя такой долгое время, наверное, после того, как из ее крови не сделали сыворотку. Некоторая потерянность, типа, такое ощущение, что я не выполнил свою цель, я не выполнил свое предназначение. Я предала этот мир, подвела его. И мне кажется, вот этот композиционный, вот, просто вот как вот я ее в расфокусе запечатлел, мне кажется, это очень здорово это отразило. Поэтому вот здесь еще есть две версии, где она в фокусе и бэкграунд в расфокусе. И бэкграунд в фокусе, но она в расфокусе. Но вот когда foreground в фокусе, ну, то есть то, что ближе к нам, и все, и она вместе с фильмом, с миром в расфокусе, мне кажется, это лучше доносит как раз то, что я пытался запечатлеть. Но я специально на всякий случай сделал еще вот таких два кадра. Это Томми с гитарой, на которой... Есть струны, да, есть струны. Видимо, к тому моменту они их уже нашли. Я просто хотел сфоткать Томми вот в этом, потому что там клево на него освещение падало. И опять же, как вы видите, лицо Томми не в свету. Это уже самой игрой так задумано. Руки, гитара в свету. Просто мне нравится его поза, что винтовка лежит. И что свет падает так на стул и на стол. Очень здорово. Вот я сделал такую фотографию, где Элли... На лошади. Мне нравится, как здесь падает освещение. И что мы не видим ее лицо. Как и лицо лошади мы не видим. Они оба как-то куда-то вот, они скрыты от нас. Мне это нравится. Мне нравится, как свет бликует на том козырьке. Вот тоже хороший кадр, где такая вот есть просто узкая струя света от окон через это темное помещение. Здесь я решил побаловаться с этим, конечно, делом. Ну, или мне здесь, кажется, слишком враждебное лицо, слишком злое. Но я не смог ее заставить сделать другое, или, не знаю, она все время меняла позу после этого, не уверен. Но я бы предпочел другое выражение лица. А так, довольно неплохо. Вот кадр с... Вы видите там кусочек сообщения во время стрима, которое было. Некоторые мои фотки запоролись вот этими сообщениями, которые, к сожалению, запечатляются в скринах каким-то нахер хером. Они, вот эти сообщения стрима попадают в кадр и сохраняются вместе с кадром, когда ты делаешь скриншот. Ну, окей, anyway. Это довольно хороший кадр, где Элли смотрит на, собственно говоря, госпиталь, куда она и держит путь. Госпиталь, где находится WLF. Другая вариация. Но здесь Элли, мне кажется, да, из-за дерева она немножко теряется из композиции этого кадра будет получше все-таки.
Тоже вот кадр из-за спины, довольно хороший. Мне надо было больше делать таких кадров, потом можно было бы сделать интересный коллаж, где вот Элли в одной и той же позе, а мир вокруг нее меняется в ходе ее путешествия. И то же самое с Эбби можно было бы сделать, но мне не пришла, к сожалению, эта идея во время стрима, я потом только не подумал к концу стрима. Здесь Элли, вот это тоже здоровский кадр, который выглядит как что-то такое кинематографичное, но нет, это тоже из геймплея запечатлил этот момент. Мне нравится эта арка, как свет здесь падает. Да, ну, единственное, что я бы сказал против этой фотографии, это то, что Элли немножко сливается с темной стороной кадра, к сожалению. Но в целом можно разглядеть детали, и очень здорово расположение ног, вот именно шаг, как я запечатлел, здесь мне нравится. Это уже в кинотеатре. Мне нравится, как на ее лицо здесь заднее освещение падает сзади, оно как бы обволакивает вот так лицо ее. Очень хорошо подчеркивает ее как контуры, но при этом не слишком, ну то есть не засвечивает лицо, не выглядит так, что ее лицо специально подсветили, и при этом ее лицо не теряется в темноте. Вот. Я довольно, как вы видите, сделал бэкграунд большим в этой фотографии, хотя он гораздо, ну он меньше значительно в реальности. Тоже вариация, но вот это лучше на самом деле. Фото. Здесь я слишком, мне кажется, заблюрил бэкграунд. А вот там очень интересное ведь текстурирование идет на этом зеркале, которое, мне кажется, как раз-таки лучше держать в фокусе. Это первый кадр уже за Эбби, который я сделал, где она смотрит на колесо обозрения. Вот тоже хороший кадр с Эбби, где она с Оуэном в аквариуме. Очень выгодно контрастирует, потому что вот на нее свет падает, а сзади все довольно мрачное. Здесь я хотел просто, чтобы он был в кадре. По сути, это та же самая поза, только с другой стороны. Это Эбби уже путь к аквариуму, к Оуэну. Уже взрослый Эбби. Да, мне всегда нравилось освещение этой секции. Оно меня поразило при первом прохождении. Это вот опускающееся солнце, золотой вот этот цвет. Обожаю. И в реальности я его обожаю. К счастью, в Алмате летом солнце садится в той части, где еще нет гор, и оно позволяет такое золотое освещение создавать по Алмате. Это здорово, это класс. Если бы вот немножко по-другому Алмата была бы расположена в этом плане, у нас бы просто не было бы роскоши такого освещения, если бы горы были немножко по-другому расположены. Вот. А так летом у нас оно есть, это здорово. Тоже крутой кадр, как мне кажется, потому что мне нравится, как здесь падает на левую сторону Эбби лицо и левую сторону головы свет. Тоже хороший кадр, который я запечатлел в движении. Я попытался сделать так, чтобы его волосы немножко развивались по ветру, и она так в движении находится, в повороте таком. Здесь тоже довольно хорошо ее лицо получилось. Ну, Эбби менее фотогенично, потому что ее лицо... Хотя и лицо Элли, оно реалистично сделано, не слишком ее красиво сделали. А лицо Эбби еще более, мне кажется, такое нетипичное для протагониста игры. Поэтому она менее, врожденно менее фотогеничная, но с ним тоже можно много интересного делать, так или иначе. У нее достаточно фактурное лицо. Просто оно не чересчур фактурное, так скажем. Это такой кадр просто, где на нее падает свет внутри здания из той же секции. Довольно неплохой кадр, хотя, мне кажется, я здесь немножко слишком убил бэкграунд блюром. Вот. Ну, это Элли такая Эбби в движении с ружьем. Вот. Тоже хороший кадр, где на ее... Можно сказать, наверх ее головы только падает солнце, а все остальное во тьме находится. Или в таком очень рассеянном освещении. Сзади огромный кит. Эти вот, это тоже один из флешбеков, уже более приближенных к тому, когда игра происходит. Здесь мне казалось очень интересное освещение с этими шариками новогоднее. Да, довольно хорошо запечатлел, мне кажется, лицо Эбби здесь. У меня хорошее выражение лица в
какой-то веке. Жеби достаточно сложно поймать в хорошем... с хорошим выражением лица, так скажем. Ну, вот тут я просто поймал кадр. Кстати, она здесь прям в кадр как будто смотрит, такое ощущение, как будто она смотрит. Но я хотел поймать кадр из промотирующих материалов, который был. Вы его можете даже найти, это один из официальных скриншотов был подобный. Только там она смотрела в сторону, не в кадр. Я немножко, видимо, запоздал. Вот тоже здоровский кадр. Разные вариации его. Ну, пожалуй, вот эта первая вариация самая лучшая. Отражает новую динамику, новое трио, по сути. Лев, Яры и Эбби. И у Эбби здесь офигенное выражение лица и поза. Класс. Супер. Здесь я просто решил немножко это так сделать. Но здесь более внушительно это выглядит, на самом деле. Так, вот, да, здесь это уже умышленный скриншот. Кстати, здорово, что я этого не замечал, но в окне можно увидеть пропаганду. Ну или как, типа, то, что рисовали серафиты. Свои пропагандирующие граффити. Ну да, мне просто нравится это место. Посмотрите, это же фантастика. Природа берет свое, но стулья вот так стоят, нетронутые людьми с этим столом. Класс. Лев не самым лучшим образом, конечно, здесь занял свою позицию, но... Здесь я просто хотел запечатлеть лев. В этом вот таком мрачном освещении сером. Довольно неплохая поза, кстати, в этот раз. К сожалению, здесь запорот сообщением скриншот, мне кажется, очень даже клевый вышел. И сепия, фильтр сепии я здесь поставил. Который тоже очень выгодно, так мне кажется, сработал здесь. Очень здоровская фотка. Очень жаль, что вот это сообщение было в этот момент. Я не осознавал просто, что оно там будет, когда я буду делать скриншот, но оно там было. Да. Это такой скриншот, где очень такое извернутое пространство. Мне показалось интересным сделать этот скриншот. Вообще это выглядит как какой-нибудь скриншот из Silent Hill, на самом деле. Да, здесь тоже вот сообщение у нас. Тоже довольно неплохой скриншот. Довольно кинематографично выглядит. Здесь вот два сообщения. В этот момент кто-то с кем-то чатился вовсю. Поэтому было активно. Активный был чат. В этом стриме самый активный чат был. Из тех, что я делал. Вот здесь уже больше. Вот, да. Здесь я большую перспективу показал. Больше чувствуется высота. Тоже это уже в спуске, да. Освещение, как вот Blade Runner 2049. Очень здоровское. Один из кадров, который я использовал для тамбнейла. Этого стрима, да, конкретного. Ну, там кликер на заднем фоне такой. Силуэт мы видим. Эбби идет с арбалетом. Ну, немножко темноватый кадр. Немножко теряется его суть. Если я такую позицию занял, где подавляет тебя эта разрастающаяся хрень. Довольно сильно ощущает. Ощущения усиливаются, чем даже в самой не игре, если вот так ты это повернешь в фотомоде. Это отличный кадр, который я поймал, но он, правда, на скатсцен, то есть весь фрейминг за меня сделали, разумеется, освещение. К сожалению, я поймал в тот момент, когда появился субтитр, потому что она так стоит примерно секунды 3 или 4 в этом положении. Я не успел немножечко, мой мыслительный процесс, видимо, был слишком долгим, и пока я его поймал, Яра уже ее позвала. Это просто такой фановый кадр, где, да, я их запечатлил. Этот кадр, который я запечатлел, когда обратил внимание, что Яра смотрит на граффити. Это очень здоровская деталь, потому что она ничего не говорит, но она, когда она проходит мимо этого места, где нарисовано, по сути, их предводитель бывший, она смотрит на нее. Мне кажется, это интересная деталь, я ее решил запечатлеть. Тоже хороший кадр, такой снизу вверх.
где Эбби смотрит вверх. И здания сзади нее такие высокие кажутся. И выражение лица мне ее здесь очень нравится. Эбби на самом деле симпатичная девушка. Да, здесь она с арбалетом спрыгивает со склона. С какого-то там холма или я не знаю, как это назвать, обрыва. И сзади мы можем видеть Хевен, где будет происходить мрак очень скоро. Да, здесь я немножечко выиграл с фильтрами, с цветом, но да, здесь, по сути, Яра молится вдохновителю серафитов, вырезанному в дереве очень красиво. Тебе просто в геймплейном моменте, но слишком темный кадр, но я пытался его осветлить, у меня не получилось, потому что освещение, в принципе, в этой игре очень такое, ну, темное. Но с тем временем музыка кончилась поразительно. У меня был какой-то другой еще техномикс. Давайте его найдем. О, oh май. Все понажимал неправильно я здесь. Что можно было понажимать неправильно. Окей. Просто кадр, где они уже, по-моему, с Ярой и с Лев бегут, после того, как Лев они нашли, да, по доскам. Вот, если вы разглядите из-за мрачности, сложно разглядеть, но здесь, да, то есть Эбби смотрит на лошадь с поломанными ногами и с выпотрошенным брюхом, или с... что-то там страшное с лошадью происходит. Я специально это сделал лошадь большой, как бы часть бэкграунда, но при этом заблюрил, чтобы ты мог сконцентрироваться типа на Эбби, на ее реакции, скажем так, на ее таком шоке от того, что она видит. И просто такой намек в виде силуэта, такого блюрового ужаса, который ты можешь додумать, потому что не все детали тебе доступны. Мне нравится этот кадр, мне кажется, он очень кинематографичный. Возможно, чуть-чуть его стоило сделать посветлее, но не уверен, что это бы можно было достичь без потери некоторой эстетики. Вот. Тоже хороший кадр, где Яра играет с Бэр, по-моему, да, нет? Нет, это не Бэр, это Люси, по-моему, ее зовут. Люси. Бэр была в другом месте. Люси. Да. Здесь они смотрят на карту Соединенных Штатов. Тоже хороший композиционный кадр, но его сделала игра за меня, на самом деле. Этот кадр уже я себе приписываю, потому что я здесь поработал с наклоном и с... Да, совсем. Хороший кадр, как мне кажется. Выглядит довольно кинематографично, опять же. Это кадр, где Эбби я поставил рядом с Лев. Это, по-моему, не катсцена. Как раз-таки, да, потому что это не катсцена, кажется. Это я именно их поймал стоящими вот так вот. И сделал этот скриншот, насколько я помню. Здесь Эбби на фоне хаоса, на фоне войны. Мне нравится этот кадр. Небо просто закопченное, абсолютно черное. Это инферно настоящее. Деревья на фоне полыхающего огня. Очень здорово тоже выглядит. Делал несколько вариантов. Вот этот, по-моему, вариант пошел у меня уже на thumbnail. Вот этот, да. Здесь отлично пламя на мокрую Эбби падает. С фантастикой. Посмотрите на костяшки ее рук, на все. То есть анатомически это самая совершенная игра, которую я видел. Вот в плане того, как люди изображены в игре. Анатомически это самая точная, самая крутая игра. А до этого это, наверное, был Uncharted 4, да. Naughty Dog каждый раз рвут всем жопу в этом отношении, конечно. Они просто самые лучшие в этом плане. О, да. Еще одна вариация. Здорово. Опять же, очень кинематографично. Это где я с серпом в руках дрался против этого огромного чувака. Это, кстати, из момента из геймплея, опять же. Можно подумать, что это синематик, но это момент из геймплея, где я специально поймал какой-то такой момент. И в данном случае идея была сфокусироваться на руке с серпом. И хотя не совсем понятно, что это серп, можно подумать, что это просто нож. Не суть. Орудие в руках Эбби и ее в какой-то конфронтационный
такое, и немножечко блюра на другого чувака, чтобы выделить то, что, на, что действительно нужно, что действительно стоит смотреть, но при этом не сильно заблюрить, чтобы не было ощущения какого-то совсем уж разрыва с контекстом того, что она в бою находится. Вот. Это доведенная до ума идея, о которой я говорил до этого. И здесь больше понятно, что это серп. Здесь я довел это до ума. Здесь я подумал про это, и, наверное, я больше хотел в движении тела Эбби увидеть. Но здесь я хотел именно сфокусироваться на руке с оружием. На руке Эбби. Вот тут это уже доведено до абсолюта. А здесь мы уже на ферме перед Санта-Барбарой. Элли и Джей Джей. Я скопировал на самом деле этот кадр. Я видел его в Твиттере или где, или в Инстаграме, не помню. Где человек сделал таких несколько сопоставлений вот этой террасы. До Санта-Барбары и после Санта-Барбары, по-моему, там два сопоставления. Кадр примерно вот так выглядел. На одном кадре там Джей Джей, Элли с Джей Джей стоит, на другом Элли одна стоит и без пальцев. Это как бы очень здоровский такой история. Целая история рассказана сопоставлением двух кадров. Этот кадр мне очень нравится. Мы можем видеть амбар сзади. И мы видим Элли, который держит на руках Джей Джея. И на них свет офигенно падает. И вот эти вот досочки мне нравятся, линии досочек. Очень здорово. Офигенный кадр. Я специально немножечко ее не в центр поставил. Элли, вот единственное, я здесь игрался с тем, насколько захерачить бэкграунд. Я думаю, вот этого было вполне достаточно. С другой стороны, что-то есть и в том, как сильно выделена она здесь. Я бы предпочел, наверное, вот этот вариант. Или этот. Не уверен. Так или иначе, мне нравится этот кадр просто потому, как она... Я немножко ее из центра увел. Она не стоит прям по центру. И просто мне нравится композиционно, как это выглядит. Джей-Джей здесь очень умиротворенно, как будто сейчас спать просто отправится. Кстати, можно увидеть зашитый шрам на руке Элли. Швы, точнее. Да. Шрам от швов. И да, просто выражение лица Элли, как ее волосы здесь выглядят, развиваются. Я, кстати, недавно видел фотографию от Кристен Стюарт, где она очень, по типажу, очень сильно напомнила мне Элли. Это было просто капец. Она там выглядела примерно так, как Элли должна вот выглядеть, если они будут делать адаптацию с HBO второй игры. Вот она там выглядела прям так, как вот надо ей выглядеть в игре. Белла Рамзи замечательно, но мы же не будем ждать, пока она повзрослеет. Да и она не повзрослеет так, чтобы выглядеть хоть сколь-нибудь похоже на Элли, я уверен. Кристен Стюарт идеальный кандидат, на самом деле, вот неожиданно для меня самого. Волосы, линия волос, ее лицо просто, вот расположение глаз, все. И что самое главное, ее... вайб какой-то, и вот руки, и ее, скажем так, поза, и сами вот худощавые, но сильные руки, вот это все есть у Кристен Стюарт, на самом деле, что меня удивило. Да, я просто увидел, и я такой, вау, это выглядит как Элли. Элли в нормальном мире, типа. Да. Ну вот уже она с кроликом идет здесь, да, и там ее ждет Томми. И да, просто здоровский кадр, когда ты идешь, я решил, вот, тоже очень кинематографично выглядит. Вот это кадр, когда Элли просыпается посреди ночи. То ли ей холодно, то ли что. И, признаюсь, я тоже подглядел этот кадр у другого чувака. Я забыл, как его зовут, он работает на EA, насколько я знаю, он делает крутые скриншоты. И он говорил про вот эту комнату, что здесь очень здоровский свет от лампы, и здесь можно такую вот прям очень крутую фотографию сделать, действительно. И когда я ее сделал, меня ударило то, как... Особенно с ЧБ, она Элли начинает... Я еще вот этого винитирования нагнал тут. И Элли выглядит немножечко как Элли из первой игры, то есть более молодой, ты больше видишь в ней Элли из первой игры. И вот эта реалистичная асимметрия ее лица, она мне взрывает мозг. Посмотрите, как реалистично асимметрично ее лицо. У всех людей оно так, практически у всех людей оно асимметрично. И вот именно как они его сделали, асимметрию здесь, фантастика, это настолько реалистично, это просто взрывает мою башку. Это выглядит как живой настоящий человек. Именно то, как выполнена асимметрия. Невероятные. И мы даже здесь можем видеть лицо Дины, что тоже здорово. Класс.
Тоже Санта-Барбара, Эбби и Лев. Очень нравится эта секция, потому что до того, как с ним происходят страшные вещи, мы можем увидеть более счастливых Эбби и Лева, которые еще лучше понимают друг друга, еще лучше наладили общение. И мне просто нравится прическа Лев. Мне нравится, что у него отросли волосы. И вот как он выглядит с этой прической. Здорово. Коса Эбби немножко длиннее стала. Что как бы вот... Что даже и показывает, что их путь, он продлился какое-то время. И коса Эбби — это вообще, в принципе, как метафора, я считаю, ее пути. Ее пути, ее становления как личности. И вот чем длиннее коса, тем как бы она сильнее, как человек, так скажем. И поэтому неудивительно, что когда мы находим ее самой ослабленной, какой она была, у нее отрезаны волосы полностью. Вот хороший кадр, который я сделал Лев. Я хотел сделать индивидуальный кадр Лев. Классно освещение падает, классно композиционно. Такой маленький Лев в большом мире ужасов. Ну здесь освещение, конечно, сильно резко падает на Эбби. Но в целом идея была такая, чтобы показать Эбби больше ближе к нам. Примерно как то, что я делал вот в том кадре Элли и Дина. Но, будь моя воля, я бы, конечно, сделал его шире. И Лев был бы меньше композиционно. Примерно как здесь, но при этом с клоусапом. Вот опаленное солнцем. Посмотрите, как здорово, реалистично они сделали. Просто замученное, уставшее лицо и обгоревшее лицо. И выгоревшие волосы. Просто сгоревшие волосы Элли. Ты прям чувствуешь, что она уже очень долгое время их выслеживает. Смотрите, сколько деталей на прикладе на этом. Господи, боже мой. Фантастика. Довольно неплохой кадр. Санта-Барбара тоже очень интересное освещение. Это в экшн-секции, кстати, я ее запечатлел, как она прячется в кустах. Это уже на столбах. Такой кадр, который очень хорошо дает понять. Я его даже рассматривал для тамбнейла, на самом деле. Хорошо понять дает, где история находится на данный момент. Иконическое такое место, которое не забывается после этой игры, разумеется. Навсегда остается с тобой. И опять же, минимализм цветовой палитры, заметьте. Вот если вы хотите, мне кажется, создать вот запоминающуюся, супер запоминающуюся сцену, вам надо использовать минимум цветов и дистинктивные такие силуэты. И это прям врежет вам в память некоторые изображения, как вот это изображение, которое вы сейчас смотрите. Вот то, о чем я говорил, то есть задняя... сзади. Вот таких больше мне кадров надо было делать. К сожалению, я сделал только 2 таких. Ну или сколько там? 3. Ну, в принципе, 3 это уже неплохо. Можно... С этим уже что-то можно делать, на самом деле. Мне, может, стоит сделать какой-нибудь коллаж. К сожалению, тут Sour Fang у нас написал. Мне кажется, она пришла забрать оставшиеся вещи. Спасибо, Sour Fang. Кстати, Sour Fang был одним из самых... По-моему, он был самым активным комментирующим на стриме, за что ему спасибо. Это такой кадр в стиле Silent Hill 2, где Элли смотрит в зеркало. То есть мы видим ее, но ее спину как бы, да, то есть и реальную ее, например, при этом понятную и видимую ее мы видим в отражении. В этом есть что-то метафорическое, на самом деле. Я еще не придумал, что. Но определенно в этом есть что-то. Это примерно то, о чем я говорил, то есть сделать бэкграунд таким поменьше и растянутым. И здесь я смог этого добиться. Вот примерно вот такого я хотел добиться, но не мог добиться. Почему я здесь смог этого добиться более-менее? Потому что пространственно она стоит рядом к окну, и когда ты поворачиваешь камеру, камера хочет, не хочет, но она приближается к объекту. Потому что сзади нее как бы она физически... Она не пересекает логику, физическую логику предметов, так она устроена в фотомоде Last of Us. Поэтому ей приходится сближаться с объектом из-за вот этого... И получается тот эффект, который я хотел добиться, но которого нельзя добиться адекватными путями, к сожалению. Когда ты сделал бэкграунд маленьким, широким, расширенным, и при этом как бы персонаж, о котором ты говоришь в этом кадре, он близко в таком вот. Вот, я бы сделал больше таких кадров, если это бы можно было сделать. Пикват, привет.
Я взял больше таких кадров, если бы игра позволяла это сделать. К сожалению, она не позволяла это сделать, но здесь я все-таки выкрутился и сделал это. И, в принципе, зная этот так сказать, loophole, эту, скажем так, тайную дверь, при следующем прохождении, возможно, я найду интересные композиционные кадры, которые я смогу сделать с помощью этого обходного пути, так скажем. Но это уже конец игры, это Элли вернулась после Санта-Барбары. На ней еще больше шрамов появилось. Ее волосы уже начали возвращать свой цвет. Но не такие выгоревшие еще можно видеть. То есть прошло некоторое время, прежде чем она вернулась. Ей понадобилось некоторое время, чтобы вернуться назад. Но и волосы ее, вот если мы по длине сравним, они, по-моему, подлиннее будут, да, или такие же. Ну, чуть-чуть подлиннее, я бы сказал, пожалуй. Все, это, кстати, последний кадр, друзья. Я не сделал кадр, к сожалению, где она сидит с гитарой, что, мне кажется, вот лучше всего было, увенчало бы эту серию скриншотов. Но, да. This is kinda it, guys. Это все. Ну и если мы возвращаемся к разговору о лучших скриншотах. Да? Ну вот это определенно один из лучших. Определенно. Как и этот на самом-то деле. Да? Один из лучших. Также я бы выделил вот этот. Мега кинематографичный просто. Этот один из моих любимых определенно, как и этот. Средство просмотров Windows 10 вот фотографии, оно просто омерзительное, очень плохо и долго работает. Этот кадр на самом деле довольно здоровский. Вот этот хороший. И с серпом. Вот эти два. Вот этот и вот этот в частности. Вот это один из лучших кадров определенно. Который я сделал. Определенно. Еще там так очень хорошо замахивается со своей этой дрыной. Ну и вот этот кадр на самом деле мне по освещению нравится, как и этот. Вот этот более сфокусирован все-таки. Один из лучших кадров Себи по-любому. То есть да, мне кажется, я сделал довольно большое количество хороших кадров. Выбирать какой-то один из них не вижу возможным, честно, для себя. Но вы, возможно, сделали такой выбор и... Да, вот этот кадр слев тоже мне очень нравится, который я сделал. Он очень клевый. У меня не так много кадров слев, но этот классный. И вот, конечно, первый кадр слев, или вот один из первых, где он молится, тоже очень крутой. К сожалению, был запорот... сообщением вот этим, но позиционно вот прямо вот он мне нравится, как я его добил. Я его долго делал, экспериментировал со всякими штучками там. В итоге добился нужного эффекта, но сделал его в неподходящий момент я. Моя вина. Не того, кто оставил сообщение, исключительно моя вина. Да. Вот это довольно хороший кадр на самом деле. Где Эбби на фоне войны. Да. Ну, что ж, друзья, я думаю, сегодня было на что посмотреть на самом-то деле. Было на что посмотреть.
И на этом, я думаю, мы сегодня завершаем, друзья. Спасибо, что были со мной. Спасибо тем, кто сегодня есть, кто смотрел мои стримы Last of Us. Как я обещал, вы посмотрели скриншоты, посмотрели фотографии, и их было больше, чем я ожидал на самом деле, и немалая их часть мне действительно нравится. Вот. Поэтому играйте в Last of Us 2, балуйтесь фотомодом, это супер фаново. В этом можно зависнуть на много часов, на огромное количество часов. То, что я сделал, я даже не поцарапал поверхность того, что возможно в этой игре с точки зрения фотомода. И того, что предлагает мир этой игры в плане интересных композиционных штук, которые можно утворять. С такими мини-историями, которые можно рассказывать. В этом мире через фотографии. Hands down, как говорится, самая кинематографичная игра, самый кинематографичный фотомод, который позволяет делать действительно фантастические кадры без таких уж сильных ухищрений и усилий. Вот. Поэтому, да. Всем спасибо и пока.